Доброго дня, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Бугунь», студія ведуча Лариса Волошина. І сьогодні ми будемо говорити про ту саму тему, про яку ми говоримо майже кожної передачі. Про політв'язні і про те, як судові процеси, які Російська Федерація проводить проти українців, проти кримських татарів, як вони супроводжуються в медійному просторі. Буквально вчора російське видання «Фонтанка.ру» опублікувала повідомлення про те, що 19-річний українець, який зараз утримується в СІЗО Ростова-на-Дону, помер від серцевої недостатності. Трохи пізніше українське МЗС спростувало цю інформацію. Але питання, навіщо вони це роблять? Ми бачили, як стосовно людей, які утримуються в СІЗО, з'являється повідомлення про те, що їх нібито відпустили. Люди починають дзвонити їх родичам, батькам. І це призводить до певного нерозуміння. Це дуже-дуже дратує тих, хто чекає своїх близьких з ув'язнення. Я запросила сьогодні до нас в студію Євгенію Андріюк, координатора «Кримсос», і Айдара Муждабаєва, журналіста телеканалу АТР, який вам дуже знайомий, поговорити на цю тему. Доброго дня, господа. У мене питання. Навіщо вони це роблять? Навіщо будь-яке судовий процес, який відбувається, супроводжується серйозною інформаційною атакою, якимись вкиданнями про те, що людина нібито або померла, або пішла на змову, або була відпущена. Навіщо це робиться? Ну, я бы сделала один шаг назад в целом в этом разговоре, говоря в целом о системе репрессий, которая есть. Очень важно понимать, что все то, что происходит, это не единичный случай. Это не единичные судебные процессы, хаотичные, случайные. Это не единичный случай похищения или исчезновения людей. Это все выстроено в очень четкую систему, которая имеет целью, с одной стороны, запугивание людей и подавление в целом абсолютно любой активности, абсолютно любого характера, а с другой стороны, относительно крымских татар, это очень четкая маргинализация, очень четкое навешивание ярлыков на крымских татар, как на террористов, как на экстремистов, ведет в целом к расколу большому в обществе и к такому выделению крымских татар в закрытую маргинализированную группу. И все это выстраивается четко с самыми разными методами, внизу которых постоянные допросы, постоянные обыски, постоянные вызовы в центр Е, постоянное давление, которое создается. Ведь обыски ж не проходят, как просто вот приехали с обыском, оцепляется целый квартал, приезжает большое количество силовиков. Это же все делается как такое целенаправленное, такое показательное. Вони називаються плановими мероприятия. Да, задержание массовых людей в мечетях, на рынках, даже с последующим тем, что людей отпускают через несколько часов. Следующий кусок – это административные дела и уголовные дела. С самого верху то, что случаи, которых уже намного меньше, это насильственное исчезновение. И все это выстроено вместе, одно поддерживая другое, одно вызванное на эти две большие цели. И, естественно, информационная часть и пропаганда без этого оно как бы довершает. Без этого никакая эта система репрессий не могла бы быть на месте, не могла бы настолько иметь эффект как запугивание и подавление, так и в целом не могла бы иметь под собой этот эффект. Ведь абсолютно все дела судебные, административные, так и случаи исчезновений и случаи массовых обысков абсолютно сфальсифицированы, сфабрикованы по несуществующим никаким основаниям. Единственной возможностью хоть как-то оправдать это абсолютно массовая системная пропаганда, абсолютно массовая системная неправда, да, чтобы показать, что вроде бы людей за что-то задерживают. Абсолютно все эти дела выстроены и сфабрикованы, и только это и может хоть как-то их оправдать, с одной стороны. А с другой стороны, и иметь эту цель маргинализации, навешивания ярлыков там, крымским татарам и всем тем людям, которые нелояльны сейчас российскому контролю. Пане Айдаре, вы написали буквально кілька годин тому дуже такий змістовний пост стосовно того, як в тому числі і українські ЗМІ висвітлюють цю проблематику, що, наприклад, використовується таке слово, як мусульмани, кримчани, будь-що, аби не кримські татари. І ви написали, що це насправді підігравання російській пропаганді для того, щоб перетворити кримських татарів на певну екстремістську групу, ну, тобто в уявленні, створити певний такий медійний антураж. Ви не могли б пояснити, про що саме була мова? Дуже все просто. Росія, як вже Женя сказала, вона використовує технологію чудовищної лжи.
Эта технология не новая, она заимствована у господина Геббельса, который в свое время организовал пропаганду так, что навешивали на евреев ярлыки там кровопийц, людей, которые грабят немецкий народ, которых исходит там угроза, и вся нищета, и все беды от них, то есть чудовищные обвинения, ничем, ни на чем не основанные, да? И чем чудовищнее ложь, тем охотнее она воспринимается толпой. Здесь используется такая же технология. Они арестовывают крымских татар, совершенно разных людей, не имеющих там никакого отношения никакому ни к терроризму, ни к экстремизму, человека, который в жизни там, извините, кошке пинка не дал, да? И методом чудовищной лжи обвиняют их в экстремизме и терроризме. Таким образом, российские власти хотят показать мировому сообществу и всем вообще, что посмотрите, мы не терроризируем крымских татар. Ну, подумаешь там, что там 80% всех арестованных — это крымские татары, а еще 20% — это их сочувствующие, их друзья или журналисты, которые поддерживали крымских татар и поддерживают. Нет. Мы арестовываем и репрессируем тех, кого мы, вот по нашим российским законам, считаем экстремистами. Мусульман. Да, специально. Что делается, как технология это работает дальше? Если называть этих людей крымскими татарами, это будет резать ухо, это будет выглядеть как, на самом деле, это и есть это технология национальных репрессий, цель которой, значит, запугивание через примеры репрессий тех других людей там, по разным статьям. Они разного возраста, разных рода занятий арестовывают, и тотальный страх сеют. Вот из Крыма люди приезжают, говорят, мы живем такое ощущение, что с раскрытой дверью. Ощущение, что в любой момент к тебе могут зайти. Беззащитность, ощущение полное. И вот она зарождается таким образом. Как это маскируется? Под борьбу с терроризмом и экстремизмом. Они специально навешивают эти ярлыки. Они, российские СМИ, говорят, что это мусульмане. То есть, а в сознании, и в том числе в Европе, да, тоже так уже. Мусульмане, значит, возможно, что-то там не так. Возможно, что-то вот, ну, он замышлял. Если уж не делал, то что-то замышлял, какой-нибудь террористический акт. Значит, вот этот метод неназывания крымских татар, например, он работает на, правильно Женя сказала, на маргинализацию, на создание образа неких экстремистов, которых не нужно защищать, которых, возможно, Российская Федерация репрессирует правильно. И удивительно не это. Я с российской пропагандой, слава богу, в России проработал очень долго. Я знаком с своими методами брутальными этими всеми. Удивляет меня другое. Удивляет меня то, что украинские журналисты, украинские СМИ легко подхватывают эту терминологию российскую и транслируют ее. Многие СМИ, вообще не думая, копируют новости с российских сайтов, как это было в случае вот с моральным террором этого парня, его родственников, что он погиб. Украинские СМИ многие просто транслировали, не проверяя вообще, да? Вот мы привыкли проверять там один-два источника, а это просто раз на тебе, да? И начинается такое совершенно безумие медийное, непрофессиональное. А другие СМИ используют терминологию «мусульманин» постоянно, повторяя, что в Крыму идут репрессии против мусульман, против мусульман, против мусульман. Вроде бы как репрессии. На самом деле ощущение такое у многих складывается, ну это же... Ну что там, ну это разве, то есть в первую очередь это не граждане Украины, да? В первую очередь это не крымские татары и люди, которые, и их друзья, сочувствующие им. Нет, в первую очередь это мусульмане. И вот это отделение и создание, вот это навешивание такого ярлыка на людей, которые Россия фабрикует дела вот по этим самым простым методам осуждения, просто им проще всего осудить за экстремизм, да, у них это отработанный конвейер, там из Башкирии генерал работает, который сотнями людей сажал ни за что там. И здесь они этот конвейер откатывают на крымских татар. А наши украинские СМИ, в том числе, вот Крым Реалии, например, я это замечаю давно, и я об этом публично пишу, они не используют вообще название крымско-татарский народ. Крымские татары, когда пишут об уголовных делах, которые ФСБ формулирует как борьбу с экстремизмом. То есть мы играем в их информационную игру, мы им подыгрываем, мы транслируем их месседжи, и в итоге получается, что многие украинцы еще задумываются, а может быть, правда это террористы? А может быть, правда они какие-то экстремисты? И западный мир может тоже так же это воспринимать. Были случаи, извините, что я долго, но сейчас закончу, но были случаи, когда, вот, например, про Эмиру Сина Куку, правозащитник, отказывались писать западные СМИ и говорили, что нам не нужны статьи про него, потому что он исламист. Так сказали россияне. И это воспринимается на веру. Ну, раз журналисты написали, что он экстремист, ну, давайте. Потом, правда, его признали уже узником совести, все нормально и так далее. Но медийный фон был ужасный, за него не хотели бороться. И вот это такой же случай.
Они маргинализуют людей, которых хватает ФСБ, подыгрывают в этой маргинализации. В итоге от них отворачиваются. И украинское общество может отвернуться и сказать, ну вот, какие-то там, мало ли что там они замышляли, да? И также и западные. Это при том, что вот в отношении крымских татар это технология чудовищной лжи. Это абсолютно ничем не подтверждается. Тобто ви вважаєте, що це технологія, яка просто, тобто це свідомо. Свідомо вкатується ця технологія на кримськотатарському народі. Ну, конечно. Это когда идут национальные репрессии, никто же не будет говорить, что вот мы решили запугать кримськотатарський народ, чтобы они побольше уезжали, уже 20 тысяч уехало, да, чтобы они боялись, чтобы они не высовывались, молчали, не защищали друг друга. Да, вот и все. Эта технология работает, и она заражает украинское информационное пространство. Это тотальный ложь. Я зрозумію, слухайте, у нас є дзвінок, ми поговоримо про це, бо це дуже важливо, що ми дійшли до цієї точки, до технології. У нас з нами на зв'язку Михайло Чаплин. Плига, це представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Доброго дня, пане Михайло. Доброго. Доброго дня. Я запросила вас до нас на передачі, тому що буквально кілька днів тому, ну, на минулому тижні, з'явилося повідомлення про те, що кілька українських бранців в Криму оголосили сухе голодування, тобто вони не приймали навіть води, і вони вимагали, щоб їх повернули на територію материкової України, де вони бажали б продовжувати своє, відбувати покарання. І нещодавно Крим Реалія опублікувала ваш коментар про те, що уповноважена з прав людини Валерія Лутковська вже зв'язалася з російською колегою про те, що щоб цих людей передали Україні. Скажіть, будь ласка, які там, які є новини, чи відбудеться це цей обмін чи передача українців на територію материкової України? Дивіться, я вам поясню трошки саму процедуру, оскільки це дійсно важливо. Почну з того, що насправді дійсно справедливо люди вимагають того, що вони мають право відбувати покарання в тому місці, де в них є соціальні зв'язки, родичі і так далі. Це відповідно до законодавства України. Дуже багато людей на момент окупації з вироками, їм винесені вироки українськими судами, тобто за українським законодавством. Вони перебували на момент окупації на території Автономної Республіки Крим, і їх було в тому числі автоматично, фактично, навернено в російське громадянство. Тому що була умова, що всі не вертаються в російське громадянство, а якщо ти не хочеш, то тоді в місячний термін ти можеш особисто прийти і сказати ні. А як бути людям, які виявилися заручниками, які знаходилися в місцях несвободи, як їм особисто повідомити про те, що вони не хочуть ставати російськими громадянами, не хочуть, щоб їх вироки переглядалися по російському законодавству і не хочуть потім десь в Сибіру сидіти і так далі. І відповідно вийшло, що це, ну, по суті, подвійні заручники. Росія почала грати з нами там на самому початку досить таку цікаву гру. Вони кажуть, так не питання, якщо вони хочуть, у нас є конвенція, давайте по конвенції ми вас передамо, і хай собі продовжують відбувати покарання, де хочуть. Але це означало би, що Україна визнає Крим територією Російської Федерації. І виходить, що оскільки юридичного механізму іншого не існує, виходить, що ці люди вийшли бранцями в цій ситуації. Тоді, практично, десь півтора року тому, ми почали перемовини з російським омбудсманом. Ще тоді була попередня, вже була якраз новий омбудсман. Почали перемовини про те, що люди не можуть бути заручниками. Відтак треба вирішувати це питання. Тоді ми звірили списки людей, які зверталися до нас і до російського омбудсмана. В нас таких було більше 50 осіб. Дуже багато було і в російського омбудсмана, але співпадінь було тоді близько 20 осіб. Ми вирішили, добре, якщо механізм юридичних не існує, давайте спробуємо створити якийсь ad-hoc механізм, який би дозволив вирішити це питання без отаких політичних і геополітичних наслідків. Забрало в нас це приблизно рік. Всі ці узгодження з національними органами там і так далі. І так далі. Нам вдалося
нещодавно передати перших 12. Чому 12, а не 20? Тому що на той період часу вже дехто був відпущений по умовному достроковому, а в одного було підтверджено російське громадянство, він сам це підтвердив. Ну і вийшло, в сумі вийшло 12. 12 осіб були переміщені. Ми не переведені. Ми не кажемо про обмін або щось інше, бо взамін ми нічого не даємо. Це раз. А по-друге, це не може бути передача, тому що з точки зору України це територія України. Тобто з точки зору нашої держави фактично відбувається по власній волі переміщення особи з одного місця відбування покарання і інше. Стандарт України ми можемо це робити, тому що особа мотивує тим, що в неї там є соціальні зв'язки, і це нормально і гуманно. На жаль, нам не вдається всіх зробити зразу от такі механізми ad hoc. Ну це його не існує справі, що це от під цю процедуру розроблений, ну такий от нестандартний механізм. Зараз ми ведемо перемовини про те, що перший крок був успішний. Давайте продовжимо ці кроки і далі. Давайте наступну групу людей передамо. Ті, що виявили це бажання, які зверталися до двох уповноважень. Ну і відтак ми сподіваємося, що якщо перша розробка взагалі цього мостику маленького зайняла майже рік, то вже якщо є відпрацьований механізм, давайте його застосуємо і щоб він був значно швидший по відношенню до того, що ми робили перший раз. Зрозуміло. Пане Михайло, в мене є питання по Руслану Зайтулаєву. Його засуджували в Ростові-на-Дону. Ну, тобто це фактично якесь викрадення, тому що людина з Криму, він був заарештований в Криму. Ця четвірка, яка перша була засуджена по справі Хізбут Тахрір. Чи можливо зробити такий обмін, таку процедуру для них? Важко сказати, оскільки це вже фактично її почали судити вже після окупації. Ми ще про такий механізм не говорили детально, але теоретично так, але це не може бути обмін. Ми наголошуємо на наступному. Хізбут Тахрір не є забороненою організацією в Україні взагалі. Не можна судити за ці, ну, якби, якщо на території Росії це є злочином, вони вважаються злочином угруповання або терористичним, ну, можемо судити, але це, в принципі, право Росії вирішувати, що вони там собі хочуть. Але ці люди діяли відповідно до законодавства України і продовжують діяти відповідно до законодавства України. Їх судять за злочини за законодавством іншої держави, злочини, яких вони не вчиняли і навіть не могли знати про те, що вони вчиняють злочини за законами Російської Федерації, якщо вони є громадянами України і діяли відповідно до законодавства України. І їх звинувачують в тому, що вони діяли ще в період до окупації. Ну, взагалі, чесно кажучи, дивна ситуація. От, ну, скажу так, не буду розтікатися, що називається, думкою по древу, але це не проста ситуація, оскільки для Росії це дійсно, ну, це важливо для них з точки зору політики, вони хочуть показати, що є зуби у влади, що вони можуть будь-кого. На сьогоднішній день поки що ми можемо, що називається, морально підтримати цих людей. Позиція офісу і на міжнародних всіх заходах, і всі документи, які ми подаємо в різні, в тому числі і судові інстанції, не буду поки що розказувати, як це відбувається, бо ще продовжуються розгляди. Але хочу сказати, що в тому числі і ці випадки лягли в основу поняття дискримінація, яке ми направили в Гаагу до Міжнародного суду ООН. І мушу визнати, що якщо у нас там по частині тероризму не вийшло, то по частині дискримінації суд ООН повністю прийняв позицію, яка була висловлена і підготовлена офісом уповноваженого, і власне мова йшла якраз про кримсько-татарський народ і про дискримінацію кримсько-татарського народу. І, зокрема, мова йде навіть не просто про те, що одна особа або там кілька, да, там засуджена. Мова йде про те, що фактично використовується технологія залякування. Тобто публічно хапають одну чи іншу особу, дуже багато уваги привертають до цього, лякаючи інших, натякаючи на те, що якщо ви будете там, ну, рипатись, то те саме буде з вами. І от в цьому полягає головна біда і проблема. Дякую. Дякую вам за коментар. Ну, ось, бачите, теж пан Михайло говорить нам про технологію. Я хочу зрозуміти, у нас ми подаємо на дискримінацію. На дискримінацію народу за етнічною ознакою. Тоді чому ми продовжуємо говорити про те, що говорив пан Айдер, про мусульман? Ну, тобто, чи не підіграємо ми Російській Федерації, коли їх планам, цим технологіям, якщо ми не говоримо про те, що це саме дискримінація проти кримськотатарського народу за різними ознаками, когось за політику, когось за релігію, когось просто за не той вираз обличчя, ну, бо ми ж розуміємо.
Ну, я добавлю и к тому, что Айдер говорил, что на самом деле дело Хизбут-Тахрир, дела против крымских мусульман, против крымских трансмусульман, очень точечно направлены в том числе на американскую и европейскую публику, и на международную публику, потому что на самом деле говорить с ними об этих делах очень сложно. И вот, ну, я на прошлой неделе вернулась из Брюсселя, в том числе благодаря там активной нашей работе, мне и моих коллег было принято заявление евродепутатов по Руслану Зейтулаеву. И на самом деле, то есть я вот, прочувствовав это на себе, это очень точечно, очень долгие объяснения, с которых мы начинаем совершенно там с самого начала, что по людям, которые задержаны, ни по одному из них не было доказано, что кто-то из них принадлежит к этой организации и кто-то хоть когда-то был членом. Второе, то, о чем говорил Михаил, что эта организация не была никогда запрещена в Украине. И третье, то, что вот объяснять нужно на партиях. Никогда, даже если эта организация действовала, работала в Крыму, никогда они не были вовлечены и не был совершен ни один террористический акт ни на территории Крыма, ни на территории Украины, ни на территории России. Что это просто обвинение ни о чем. И это на самом деле, вот после того, когда там полчаса, 40 минут объясняешь это политикам, да, или дипломатам европейским, да, они тогда принимают, и в конце концов было заявление по Руслану Зейтулаеву, что мы очень приветствовали, потому что это вот было первое такого рода заявление на таком уровне по одному из фигурантов дела Хизбут-Тахрир. Ну и есть надежда, да, что можно будет настроить этот диалог, потому что это очень сенситивные вещи для международной аудитории. Но с другой стороны, что очень важно не забывать, что кроме большого дела Хизбут-Тахрир, есть также и дело Меджлиса, есть дело 26 февраля, по которому, с моей точки зрения, маргинализация идет в том числе как раз-таки против крымских татар. Да? И Меджлис, в целом, признание его экстремистским, мы никогда не знаем, когда это сможет выстроить, и когда в очередной раз группа людей окажется крымских татар экстремистами, все те, кто являются членами Меджлиса, сейчас автоматически являются экстремистами. Поэтому с этой точки зрения, как бы эти два больших уголовных дела, да, ну и плюс 26 февраля, в целом приводят к маргинализации крымских татар с разных сторон. Есть вещи, связанные с религией, есть вещи, связанные с национальным освободительным движением и с этими вопросами. Что касается этнической дискриминации, как раз-таки суд ООН признал этническую дискриминацию не по религиозным вопросам, а по запрету Меджлиса. И именно в этой части Международный суд подтвердил, признал нашу позицию, именно в этой части Международный суд призвал Россию, да, там, отменить свое решение по Меджлису. В международной терминологии, когда мы говорим про этническую дискриминацию, это именно этническая дискриминация, это не религиозная. Религиозная дискриминация может иногда, если это является характеризующим признаком одной из этноса, да, то есть если это как раз таки в ситуации с крымскими татарами, то, о чем мы постоянно заявляем, что религия является одним из вещей, так же, как и, например, внешние признаки задержания массовые, просто потому, как люди выглядят. Это все просто свидетельствует о принадлежности человека к этносу, на основании которого идет дискриминация. И в целом это одно из самых важных и сильных позиций, которые сейчас на международной арене нужно доказывать и показывать, что это дискриминация не по политической позиции, это дискриминация не по религиозной, это дискриминация всей этнической группы, просто потому что это этническая группа и люди к ней принадлежат. Найдера, в мене до вас, я знаю, що ви можете говорити на цю тему, тому що ви обізнані. Мені згадується те, що я бачу зараз по відношенню до кримських татарів, мені згадується Чечня і те, як знецінювали фактично чеченський народ. Ми пам'ятаємо, що перша чеченська війна, проти неї виступили росіяни. Були величезні акції протесту по Москві, по Пітеру. Люди, ну тоді Політковська дуже багато писала. Да, а потом, і росіяни були обурені тим, а потом, що роблять. Да, росіяни возмущались, називали це уничтоженням народу і так далі. І поэтому був взят курс на маргіналізацію чеченського народу. Он був сделан з помощью совершенных, понятно, как терактов. ФСБ зробила. Була возложена ответственность на чеченців. После чего чеченцев превратили в террористов, и дальше их стало никому не жалко. Произошел процесс расчеловечивания в медийном поле. И я уже говорил об этом, мы сейчас все живем в той второй чеченской войне, которая началась после терактов, взрывом домов и так далее. Да? Все, что потом, это калька с того, как маргинализовали чеченцев. Потом это было с грузинами. Потом это началось с украинцами, там, с прибалтами промежуточно было всегда и так далее. То есть расчеловечивание врага, навешивание ярлыков. Ведь смотрите, спросите любого россиянина, ненавидит ли он украинцев? Нет.
Они все любят украинцев. Все, кто смотрит телевизор. Мы украинцев любим, а вот бандеровцев нет. Да? Mm. А, то же самое они делают сейчас с крымскими татарами. Они врут везде, что они крымских татар любят, что крымские татары равноправный народ, там один из многих народов Российской Федерации. На практике же делают совершенно другое. При этом обкладывают все свои репрессии разнообразные, как вот она очень хорошо знает, Женя, это все их выкрутасы. Обкладывают разными степенями экстремизма. Здесь политический экстремизм, там они террористы, значит, диверсанты, здесь они исламские террористы. И начинается вот этот театр, полный театр. Если бы это было, это было бы смешно, если бы не было так грустно, потому что обвинить крымских татар в терроризме, ну это вообще немыслимо. В Крыму никогда ни одно ружье не стреляло. Никогда, не знаю, там, вот такого размера взрывного устройства никогда нигде не взрывалось, даже с палец величиной. Я просто про що я говорю? Дивіться, коли це сталося, коли ми розуміємо, що це ФСБ зробило провокації тоді, але росіяни, після того, як вони проявляли обурення по першій цій війні, вони дуже спокійно сприймали ці масові чистки. Там були жахливі речі. Росіяни це знали. І дивіться, от коли ми зараз, наприклад, тут, ми говоримо, у нас кожен день, ми ж це розуміємо, кожен день когось затримують. Ми починаємо звикати, ми українці починаємо звикати, що російська влада там щось робить з українськими громадянами. Більше того, ми починаємо чомусь розрізняти. Мусульмани або там, що не зрозуміло. Понимаєш, ми починаємо принимать их версии, их объяснения. Мы начинаем писать уже без кавычек дело Хизбут-Тахрир. Вообще не доказано, что какой Хизбут-Тахрир. Они могли их в ИГИЛе обвинить, в чем угодно. Им просто так удобно. Да? Какая Меджлис экстремистская организация? Но потихоньку вот экстремизм, Меджлис уже слепляются. И в головах людей. Ведь не все украинцы погружены глубоко в это. И тем более не все европейцы, с которыми приходится Женя работать. Да? Как долго им приходится объяснять очевидные вещи. Что это ложь. Это ложь. Это такая же чудовищная ложь, как была в истории с распятым мальчиком, когда, насколько я знаю, посольство Федеративной Республики Германии дважды посылало туда людей по просьбе МИДа проверять, не был ли мальчик распят. Ну, потом у них появилась Лиза. Потом Лиза пришла к ним в дом уже. Но тогда было выяснено. Просто у западных людей есть такая презумпция, ну, честности журналистов, что ли. То есть как-то вообще презумпция честности. Они не могут до сих пор до конца понять, что российская система и правоохранительная, и властная, и медийная, она тотально лжива. Она лжива, как во времена Геббельса. До них это потихоньку доходит, благодаря тому, что появляется изнасилованная девочка Лиза в Берлине, значит, появляются пророссийские хакерские атаки, пророссийские организации, там, сям и в других местах. Доходит уже, что это тотальная ложь. Это такая же война. Война-то началась. Она идет уже на территории Европы и Соединенных Штатов Америки. И удивительно, что заместитель уполномоченного по правам человека, украинский, да, он все правильно объясняет, он все правильно понимает, он понимает эту фейковость всю, он сказал вот образцово, что должен говорить любой человек, который в этой теме. Почему журналісти, в тому числі українські, які пишуть по цій темі, як будто цього не знають? Я, знаєте, я просто хочу нагадати, що те, що сталося з чеченцями, те, коли російське суспільство сприйняло те, що з ними роблять, налякано там через технології. Але це призвело до того, що російське суспільство деградувало і дуже швидко. Я просто хочу, от з того, що ми говоримо, складається враження, що всі ці справи проти кримських татарів в Криму, що вони є частиною легалізації окупації Криму перед іноземцями. Тому що в мене була особиста розмова з американцями, коли мені просто задавали питання про те, що у СБУ є інформація, що в Криму є певний діл, і, мовляв, вони думають, може якось з росіянами спільно працювати там. Ну, тобто я це чула. Мене просили це прокоментувати. Я розуміла, я їм пояснюю, що слухайте, це проти кримських татарів. Вони не знали, хто це. Але їм вже сказали, тобто вони вже отримали інформацію, американська розвідка, про наявність певних там екстремістів, ісламістів і все таке інше. І це ми зрозуміли, що це йде з російської сторони. Я хотіла б, щоб наостанок, у нас дуже мало часу, щоб ви прокоментували ось яку інформацію. Нещодавно з'явилися матеріали дослідження ідентичності українців, які оприлюднив Центр Разумкова.
Там є, ну там запитання запитували українців, досліджували Польщу і Росію, я так розумію, і Нідерланди. Так от, 65% українців не довіряють, згідно цього дослідження, представникам інших релігій, і це більше, ніж в Росії. А скільки в Росії? А в Росії, значить, 60, Україна 66, Росія 65. Що це? Ну, я заканчиваю, я бы хотела сказать о других вещах, о том, что для нас, ну, учитывая, что мы всегда, наверное, как активисты гражданского общества направлены на действия, и мы себе видим, что единственный способ противостоять — это рассказывать, и это рассказывать истории людей, показывать людей, и мы всегда очень благодарны, я лично восхищаюсь людьми, которые живут в Крыму, крымским татарами, которые выезжают сюда на материк, которые выезжают в Европу и рассказывают то, что они сами видят, и то, что с ними самими происходит. Мы всегда, когда проводим какие-то там акции или призываем к солидарности, мы просто рассказываем истории людей, кто это, что это за люди, и что с ними происходит, и что их просто так посадили в тюрьму. И мы всегда стараемся максимально показать вот этот вот человеческий аспект и максимально давать голос тем людям, которые проживают это и которые сталкиваются с этим. И мне кажется, то, о чем Адель говорит вначале, вот это большое относительно сообщества крымских татар, которое здесь на материке, является, наверное, самой, в этом плане самой большой такой прививкой для украинского общества, да, не пойти по пути российского общества, да, там, стать другими, понять. Вот, ну, приближается 18 мая, и я помню, как последние два года я очень радовалась, когда по всему, по Киеву, по всему городу были раскроены плакаты «Мы все крымские татары». Так, и правда, так, хочется правда быть всем крымским татарам, не только 18 мая. Це цінне зауваження, що українці виходять на такі акції. Пане Едере, дуже мало часу. Да, я очень коротко скажу. У меня есть знакомые, которые вообще не крымские татары в Киеве, которые крымско-татарские флаги вывешивают в кафе, в ресторанах, в офисах, сами, перед офисом, перед больницей. То есть я, вот честно, я могу сравнивать, да, и вот эти данные о том, что россияне более толерантны к людям других национальностей или религий, ну это, извините за выражение такое, может, не эфирное, туфта. Потому что степень ксенофобии в России такова, что Украина не может сравниться с ней даже в разы. А не то, чтобы быть более ксенофобской страной. Это просто неправда. Я не знаю, кого и как, по каким технологиям опрашивали социологи, но я не могу себе представить, как нечто невероятное, как нечто чудовищное, какой-то переворот сознания, что россияне более толерантны к представителям других народов. Вы меня извините, там в отношении других народов употребляются только такие слова, которые... Не треба, не треба. Але ми всі розуміємо. Добре, подякуємо нашим гостям Євгенії Андріюк і Айдеру Муждабаєву і зустрінемося через кілька хвилин.